Уже мешать. Она первая должна быть. Иди сюда. И пойду. Драться будешь? Нет, туда вас там не будет. Что такое какой-то кусар? А что смеешься? Ты перебивай бабу, как обычно! На тебе! Уже первый манжанский, этот самый получил. Получается. Что ваша жизнь была всегда безобидной. Что все у вас было безобидно. Ну, и, конечно, что пришли, а пока уроки перекли друг друга. Ну, я не знаю, давайте будем ломать. Давайте ломать. Солянку, солянку сразу, значит, к этому карману. Стой ты! На, ломай. Дай этот самый пакет. Возьми. А что ты мне больше учаешься? Олег! Олег! А ну, по-честному. По-честному, вот, вот так вот, держи. Давай. А ты как тоже ломай. Да. Молодцы! У меня больше! У кого больше, покажи! А теперь взвешивай! У меня больше! Покажи, у кого больше! Вот кусите кусочек хлеба, дети! Хорошо, покормите друг друга! И что, вы все делили пополам? Все делили пополам! И вот хлеб поделили, ну, Лена, конечно, тебе досталось больше! Ну, чтобы все делили пополам. Да. Короче, Олега, ты попал. Он уже давно попал. А это что с ним делать? Теперь вы идите и так ставьте, чтобы могли разбить. На 6. Там, ого! Там. А здесь разобьется? Ну, здесь хорошо, можете бить, да. Хорошо, иди туда. Пейте сначала, не заглядывай. Лена, где бить можно? Есть. Лена, где бить он можно? Он прячется, видишь? Ты не ляпай так, чтобы это самое. Подожди! Возьми, пожалуйста, лопатку с веником. Мне не надо. Не подметать. Да, это ты. Лена, может, я... в доме хозяин, а? Лена, я же не место сказала. Почему ты первая хватаешься? Мама, он все равно дома ничего не делает. Я же говорю, кто в доме хозяин? Хлеб, мама. Ему сказали взять лопатку с веником. Я? Папа. А теперь иди сюда. Я не знаю. И подметайте. Ты подметаешь. Есть подлиннее веник? Нет, тащи подлиннее. Давай, Олежечка, пожаднее. Я еще галстуки, блин, не подметал. Думаю. А ты как хотел? Кто мне там раком? Да тебя и снимают. Так что... Ой, какой ты у меня шипунка. Лапу убери. Давай. Уже кричи, видишь, Лена? Да. Мне волосы не повышай. Леночка, ты держи веник, чтобы он сбитал на него. По жизни, вот так вот. Вот. Чтобы ничего вас не разделило. Нет, моя же рука больная. Ничего. И никогда. Да. А мы вам указываем дорогу, по какому пути идти, детки. Слышишь, и за стол, за стол. И за стол, и за стол.